Ну а здесь, друзья, вот за моей спиной офис продаж ЖК «Черное море». То есть Анапа продолжает и продолжает строиться. Насколько я знаю, это компания геленджикская. Но, судя по офису, как говорится, птицу видно по полету, то если офис хороший, значит и компания серьезная. Ну, смотрим, что они тут нам будут предлагают. Ну, вот, во-первых, вот даже уже видно, что они построили вот эти вот колоннады. Там огромный котлован идет. То есть работа идет полным ходом, а за офисом продаж там он еще такая беседка, вот видите, тоже вот она кругленькая, будет, видимо, крыша такая, тут будет, видимо, сразу такая парковая, не парковая, но скверик такой, ну, скорее всего, будет разбит. Как вот эти штучки, беседки называются по-научному? Вообще ротонда, но какую-то фигню они тут, честно говоря, нагородились этими финтифлюшками. Ну что ж, вот, друзья, кто-то будет жить и в этом ЖК, так что будущие соседи, привет вам! Вспомните потом это видео, вспомните Альбатроса. Слушай, знаешь что, все это, вот это-то хрень, ладно, вон там что это? Не знаю. Вот. А рабочий мне сказал, что вот там строится детский сад, друзья. Вот, вот он там. Смотрите, это будет детский сад. Вот такой у нас сегодня был выход. Поэтому, ну, не забудьте поставить лайки, подписаться на канал. Всего вам доброго, до следующих встреч.